Продолжаем мы работы. Брат Константин у нас, можно сказать, что вечный, который бетон делает. Постоянно, вернее. Вот тут мы возле дома залили уже, под самое бревно, которое мы вставляли. Так вот сделали. Тут я не знаю, дальше будем мы продолжать делать, не будем, посмотрим. Ну что, всех времени в обрез. Так. Бетон. Вот на тележке возим. Вот. Николай Георгиевич подвез щебенки. У нас дождливый день, им приходится цемент под крышу было спрятать. Отсюда брать его. Сегодня приезжали сестры, привезли нам обед. Вернее, мы съездили даже за этим обедом. Слава Богу. С утра был сильный дождь, а потом Господь развеял, как-то не получше стало. Армирование происходит. Она, конечно, надо ее это. Сверху бетона еще больше.
Вот она сама хочет ехать туда. Они же колеса это круглые. Опять что-то крышки натягивают. Одна темная.
Все, все, спасибо. Слава Богу, все.